Да. Пак с пенсией за два. Ну я вот Ксения Харальда. Что делал? Написал на нуле. То, ты взял захват и бросил, правильно? Да. Вот бери еще раз этот же захват. Хорошо, пацаны, взяли гантели и туда. И бросали. Готовы? Матер. Вот слово гантели сюда же пошел. Да. Да. На остальные посиди искать. Бери мне захват, Андрей. Мы на стык атака, так мы на стык. Это бит. Все, Сергей, вот. До свидания. Тяжело будет. Я Андрюч. Да, я, до стоп, свидания. Стоп. Борин, а все. Кто прожил в этом? Нет, туда. Нас не едем на продал. Фаси кашир. Петя, ты еще глазки строишь, давай. Сейчас. Макс, чуть-чуть в сторону отойди. Сейчас. Избрать браво. Да, прочитал себе сапу захват. Я офигею, не включается. Позиции. Так. Мы на стен делать бил. Так, бак сюда еще чуть-чуть. Так, 30 раз вверх. Мы на дряб делали пол. Не, Петя, не так. Вот смотри, мне не надо прямые, вот отсюда. Нет, вот сюда. Раз, два, три, топ, одновременно. 4, делайте пол, мы на дряб. 5, 6, 7, 8, делай 9, 10, позади, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Хорошо. Передай на суке. Положи в гнездо. На, держи. Держи. У вас если будет тяжелый, закрывай пальцы. И отсюда, 30. Раз. Так, оставь ему на сын. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, быстрее делай, 12. 13, 14, движение, 15, 18, 19, 20, корпус, Андрей, 21, 22, 23, через 24, 25, 26, 27, быстрее, 28, 29, 30, так, отсюда, раз, два, пошли, давай, Кашер, все, корпус. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, давай, 11, 12, 13, 14, сюда ко мне лицом, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, стоп, вот это легли. Пинаре. Возьми поменьше, Макс. Ну, я дай эти ему лучше. Надо все, чтобы... Так, легли. Легли. Смотрите, головой ко мне. Лежите, развод рук. Давай, классик. До конца надо было. А ну, давай. Мате. Сюда. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Заправься. Эй, Андрей, заправься, отдыхаешь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, давай, 19, 20, 21. 22, 23, 24, Петя, 25, 26, 7, 8, 9, 30. Смотри на меня. Отсюда. Одна рука вверх, вниз. Раз, два. Инверс, инверс, Петя. Приготовились. Пошли. Uno, dos,
Три Петя. Гей-Посю. Патру. Кинь. Гей-Посю. Шаса. Муна сын Гей-Посю. Шапка. Оп. Ноу. Дети. Пошел, Петя. Уно. Стоп. Петя. Мне не надо здесь. Рука прямая. Прямая. Хорошо? Раз, два. Пошли. Он. Первый на ляпан. Дой. Три. Патру. Чинч. Раты подсечь. Шаса. Шапка. Раты подсечь. Оп. Ноу. Доу здесь. Уно, Петя. Дой. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шапка. Оп. Ноу. Три здесь. Так, поехали. Вы, смотрите на меня. Отсюда, эй, туда. Раз, два, приготовили. Пресс. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два, три, патру, шаса, шахта. Ноу, ноу, дой, три, патру, чинч, шапка, ноу, до конца, есть, три здесь, поставили сюда. Андрюха, вот смотри. Он молодец, но блокируется, раз потеряется. Вот он стоит и все. И зал запах. Зал запах. И если ты здесь держишь, то естественно ты так стоишь. Ну отсюда возьми руку, подними, и ты выпрямился. Все. Ты его вот сюда. Заправили, да? Вот, наконец же. Чуть-чуть. Заправься, пожалуйста. А, Петенька, иди сюда. Смотри, ты боролся чуть-чуть, возьмись. Ты взял вот здесь, да? Естественно, ты наклоняешься, чтобы держишь все. Посмотри внимательно, что нужно сделать. Отсюда, рука, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Он у него сильный потащит. Все, да, вот ты здесь засел. Так, Петя, покажи бицепс. Маленький, надо еще завтра будет покачаться. Так, Марк. Он делает легких 100 ударов. Ты ему считаешь. И я слушаю. 100 ударов рукой и 100 ударов. Мах! Да. Раз, два. И 50 ногой. Все, встали. Все, поклонились. Тренер. Тренер. Да. Я буду по мехот. Для маны. Чтобы, а? Чтобы пошел за маны. За маны? Ну быстренько, 10 ударов на бой и все.
Значит, ты немножко походишь, покачаешься, вот он вдруг просто он не сможет, потому что далеко живет, и поэтому у него сестра, и поэтому он не может себе что-то делать, правильно? Какой смысл? Значит, я тебе дам ключ, ты пришел, открыл, зашел туда, ты открыл. Все, покачался, постарайся не делать большой вес. Для чего? Чтобы не было возможности травм. Если вдруг что-то случается, кто-то заходит или еще что-нибудь, ты должен сегодня вечером позвонить мне, чтобы у нас, чтобы я видел телефон. Если что, сразу звони. Не пугайся, случилось, если случилось, сразу звонишь мне. Хорошо? Все, тогда вот это. Я тебе дам. Лучше в лице и в 7 часов утра. Просто я пока. Там хочу выставить видео, я такую хитрую вещь придумал. YouTube. Как всегда. YouTube ничего не делает. Я офигею. Я хочу вот выставить вот этот видео, за что ему дали кровь, шибу ему дали. Обзор? А? Обзор? Нет, не обзор, там он за 3 лет собрался. И началось там тыры с французов за 3 место, во Франции, в Париже. И он сделал, значит, кто-то начал делать бросок, а что, он развернул, но победу дали французу. А вы что хотите сделать? Я хочу посмотреть, за счет чего. Хочу сделать, во-первых, бросок я вырезал уже в YouTube, не в YouTube, а поставил в Facebook. Но я хочу сделать замедленно. Я хочу сделать повторно, на свидание. И правила, по каким правилам? Может, медвежий захват? До свидания. До свидания. Может, медвежий захват? Тебе это ничего вообще? Вот. А что за это? Будешь уходить. Что ты здесь? Будешь уходить и это самое. Я тебе дал ключ. Вот уже правильно открывать. Закрывать. Будешь. Можно, но только наш. Пока только наш. А потом я посмотрю. Если будет все нормально, значит, я тебе скажу. Хорошо? Да. А то мне очень тяжело, мне надо перестроиться, так и болезнь когда отказывается, то уже не дело, что было. Что это? Стандартный подъем. Ну, как же это? Берем тебя бросок сразу. Может, приемочку, а что должно? Что ты делаешь? А там ты не перегородишь? Ну, это надо. Убью. Дзыра мой, если ты... А, на Батане, это значит, что ты не это... Да, он, то и как? Гарбир. Горбир, но не а, я думал, что он хваленький. Да, ну, мармур, а сейчас как ну, тогда... Тогда передать привет, Россию, честно. Там вопросов нет. Я старший тренер, они мне подчиняются. Они старший тренера. Но я не буду говорить. Но я и старший тренер. На деле я ему журналы писал. Как классно. Да. Там да. Все, а я думал, что тоже выходил. Я думаю, ладно, видишь, там ты парень, вот не знаю, никто не будет. А тут шаплон молодец. Даже, да. Там хорошая да, шапка. Да. Да. Будешь уходить, когда идешь ко мне. Там кто-то есть? Мы нам сказали, нет места там. И типа, когда будет место, позовут. Но не позовут ее. Фактически. Да, баню пойдет. И сейчас, да. На нет, я не знаю, но может быть. Здравствуйте. Заходите. Я очень рад. Еще вот так рано. Заходите. Да, тут я стимпи не став, понимаете, дома сильные базы. Да, ужасно. 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 Да, ужас
Кристиан, я вот не могу понять, по какому расписанию ты ходишь? Здравствуйте. Болен. И чем? Простудился. Простудился, да?